Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В 1941 году, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась самая страшная война в истории нашей страны. Теперь эта дата – день памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет. На корабельной набережной Владивостока приморцы приняли участие в памятном митинге и возложении цветов к вечному огню. Мужество и героизм, несгибаемая воля и упорство, миллионы жизни, вот цена той победы, которая нам досталась. И мы всегда должны помнить и не забывать о подвиге и мужестве наших дедов и прадедов, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Уважаемые, спасибо вам за память. Война. Будь проклята ты, война! Ее нам не объявляли, а вероломно напали. Ну что ж, мы выстояли, победили, хотя тяжелейшие годы были. Что нужно делать, чтобы люди помнили свою историю, помнили, что произошло 22 июня 41 года? Ну, нужно в семьях вести работу, объяснять детям, внукам, что такое война, где и с кем она была, чтобы не забывали. Надо изучать нашу историю, надо ходить на такие мероприятия, в которых все кратко объясняется, что, когда именно произошло. Также надо общаться с ветеранами, с участниками войны. Накануне Дня памяти и скорби стартовала акция «Свеча памяти». Ее участниками стали воспитанники детского сада номер 26. Они зажгли свечи у мемориала «Боевая слава ТОВ». Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.